Вручить семье Маклагиных наградной крест за заслуги перед казачеством первой степени приехал заместитель начальника отдела Всероссийского казачьего общества под ЕСАУЛ Владимир Викторович Еремеев. Позвольте мне по поручению атамана Всероссийского казачьего войска, казачьего генерала Далуды Николая Александровича, по представлению правительства Ростовской области вручить сегодня одну из высших наград Всероссийского казачьего войска, это нагрудный крест за заслуги перед казачеством России первой степени, за номером 001. Вячеславу Вячеславовичу, который по нашим заповедям отдал свою жизнь за Отечество, казачество и веру православную. Примите наши соболезнования и, конечно, эту высокую награду. Прежде чем вручить, браты-казаки, предлагаю почтить память молчанием словами. Вот смотрите, это приказ атамана. Здесь все написано. Пожалуйста, возьмите. И что касается награды, она одна. Есть удостоверение, есть знак, есть планка. То есть храните, мы всегда будем помнить. Я уже вам все это сказал. Еще раз. Наши соболезнования. Ваш сын сделал для Отечества все, что мог. Большое вам за это спасибо. Спасибо от всех нас, казаков, как говорится, за то, что вы воспитали такого сына. Ну, а вам, что всегда помнить и воспитать вашу дочку, которую, наверное, не помнит папа, ну, на фотографии. Я просто хочу сказать, я когда служил на границе, у меня родилась дочь, я 2,5 года служил на границе без отпусков, приехал домой. Где папа? Дочка на фотографию показывает. Вон он, папа. Полгода привыкал. Ну, к сожалению, мы, мужчины и казаки, на то и рождаемся, для того, чтобы наше Отечество было свободно, и чтобы мы с вами помнили всех, кто отдал жизни за наше Отечество, еще, как я говорил, за казачество и веру православную. Награду будут хранить родители Оксана и Вячеслав Маклагины и его супруга Анастасия.